Моем ее в миску и будем варить варенье. И килограмм песка. На эту миску килограмм песка. Засыпаем и ставим на огонь. Медленный огонь. Включаем медленный огонь. Сок она быстро дает. Мешаем, мешаем. Варим клюковку. Кисленькая, хорошая будет. Пока не растворится песок. И стало. Это значит, песок растворился. Включаем посильнее огонь и даем закипеть. Закипает, клюква начинает трескаться, и в это время делаем средний огонь и варим 5 минут. Вот засекаем 5 минут. Периодически помешиваем. Пеночку снимаем. Пять минут пусть покипит и выключим. Ну, 5 минут прошло, у нас варенье готово. Если хотите на зиму, надо еще 10-15 минут вот так вот поварить. А так ягодки будут свежие, как свои. Выключаем. 5 минут прошло у нас. Пеночку доснимем маленечко немножко. Снимаем пробу с чайком. В кружечку. И будем чай сейчас пить. И получилось варенье. Клюквенные. Приятного аппетита!